сказать, что я одним из первых был прибывших сюда. Здесь уже находились военнослужащие наши, которые здесь несли службу. Сотрудники спецподразделений батальонов МВД Украины, которые первые оказывали помощь потерпевшим. Могу сказать, что когда я зашел в автобус, там стоял запах смерти. И за 22 года своей работы в органах милиции, а именно я занимался раскрытием преступлений, криминальной направленности, и видел очень много смертей, то именно вот самый страшный момент был, когда я зашел в этот автобус. Когда люди сидели как живые, но они были все мертвы. И много-много крови. Могу сказать, что кто бы все эти люди, которые совершили это страшное преступление, от того, кто отдал приказ, и до того, кто нажал кнопку «пуск», будут найдены и привлечены к ответственности. И понесут ответственность не только перед человечеством, людьми, но и перед Богом непременно.